или визитная карточка. Нас приветствует команда КВН из Смоленска. Триот идет. Привет, Минск! Блин, ты такой красивый! Такой прикольный вообще! Веселый! Такой клевый! Лапа! Да, лапа! Лапа! Жаль только до 11. А мы представляем случаи, которые могли бы произойти в любом городе. Итак, ювелирный магазин. Скажите, а сколько стоит вот этот? А не, вот этот самый здоровый бриллиант, а? Вы пистолет уберите, а то я цену не вижу. Встреча нового тренера сборной России по футболу Гуса Хиддинга. А, здрасте, это вы? А чё один? А чё, ты не привёз, что ли, ничего? Успокойся, Киржаков. Я чего-то не понимаю. Я должен, по-вашему, тут из самолёта с двумя трансвеститами спуститься? Или думаете, я из Голландии, так у меня чемодан марихуаны? Вы совсем, что ли, а? А чё вы по-русски разговариваете? Ой. А следующий номер смотрится гораздо лучше после трех рюмок коньяка. Итак, военкомат. Доктор, здравствуйте, вот моя карточка. Писаетесь? Нет, ну что вы, нет. Мама с папой есть? Да, конечно, да, есть. Бабушка с дедушкой? Бабушка есть, а дедушка пошел за грибами 3 года назад и пропал. Ну я поздравляю вас. Значит, сейчас вы поедете в Кантемировскую дивизию. Там вас ждут 64 дедушки. О, да вы говорили, не писайся, идем. Ай, ты гадость такая, курил он за гаражами. Ты что, своего папку позоришь, а? Куришь, да? Не курю. Я отучу тебя курить, давай кури. Не буду. Давай, кури, я тебе сказал, кури. Еще кури, давай. Ну что, накурился, а? Блин, это же не мой сын. Ванька, сорванец, ты где этот пацана какого-то накурил? Сереженька, солнышко, где твоя скрипочка? Сереженька. Сереженька, что с тобой? Ты что, курил? Ты куришь? Ах, ты куришь, я тебя отучу курить, кури! Еще кури, я сказал, давай больше! А у нас в гостях Михаил. Михаил человек сложной судьбы, скажем сразу, неудачник. Михаил был самым последним человеком в классе коррекции. В тот день, когда все юноши пошли на выпускном с девушками в спортзал, Михаил пошел домой. Он единственный, кто не поступил в ПТУ за деньги. И так как вы поняли, Михаил полный лузер. В связи с этим вопрос, Михаил, а почему, собственно, BEST? Да ну вас вообще! Опа! Минская милиция! Ха! Ваши документы! Вот, пожалуйста. Ты чё хамишь, а? Не, он чё хамит? Я ему ещё вломлю тут прям. Ну тебе виднее. Руки в гору! Чё, клеем пахнет? Ты чё, наркоман, что ли, а? Не, это ошибка какая-то. Какая ошибка, наркоман? Это что такое? Я не знаю, детям возьми. Обыск закончен. Итак, я предлагаю вам выкупить ваши документы. В противном случае мы вас задержим. Понял. Стартовая цена $5. $5 раз. Какие $5? $5 2. Это же мои документы. $5. $10. $15. Отлично. $15. $15 раз. Ну, товарищ сержант. $15 2. Это же мои документы. $15. $20. $25. $25. $30. $30. $40. $40. $50. Поздравляю. Отличная покупка. Ой, спасибо, сержант. Выручили. Давай, все. О, менты, козлы! Кто это сказал? А? Кто сказал? Незабываемая школа и уроки физкультуры, которые так хочется забыть. Так, ребят, переоделись там? Да! О, молодцы! Пошел ты! Я знаю! Так, девочки, переоделись! Не вижу! Че там, а? Не мешай! Как?
показалось? Да, показалось. Так, строимся! Побыстрее, строимся, строимся! Вот, молодцы. Учись на десятке. Ребята, меня очень сильно беспокоит дисциплина в нашем классе. Но есть и положительные моменты. Меня перестали бить по лицу. А вчера кеды новые отобрали. Шушканов. Что? Для меня рвани 100-метровочку, а? Не могу, кеды новые. Ладно. Результаты за полугодие. Шушканов 4. Ну почему 4? Мне же 9 выходило. Ну извини, я уже написал. Так, Масленников. 10. А чё 10, а? 13. Ну вот. Погосян, 3. Почему? По-русскому. А-а-а. Кожанова, только единичка. Не, а почему единичка? Потому что капусту надо есть. Будет троечка, будет 10. Учись на десятке. Как-то раз ушавели, межмужские модели на оленях залетели, зажигали и балдели. Ну а в конце, чтобы вернуться сюда, по традиции, мы хотели бы кинуть монетку.